уже совсем не детка, куклам суп могу варить, только мне не разрешают слово «жопа» говорить. Стало с бабушкою плохо, как сказала я при ней. Назвала меня дурехой, а сама-то не умней. А родители сказали, как же так, с каких же лет? А родители сказали, что такого слова нет. Я у зеркала стояла, может час, а может два. Даже ноги загудели, заболела голова.